За 10 месяцев в Бердске произошло 735 ДТП. Это на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако выросло число происшествий, в которых погибли или пострадали люди. Также отмечается, что водители стали чаще совершать наезды на пешеходов. Для предотвращения ДТП с участием пешеходов администрация города Бердска запланировано обустройство искусственных дорожных неровностей, совмещенных с нерегулируемыми пешеходными переходами. Подобным образом оборудовали пешеходный переход на улице Космической в этом году. Всего в городе определили 60 мест, где необходимо установить такие дорожные неровности. В основном это идут подходы, которые ведут к образовательным учреждениям, либо дошкольным учреждениям, и где проходят пешеходные потоки, которые идут на транспорт, на какой-то, да, люди, которые пересадочные какие-то платформы. Таких 60 мест нам ГИБДД спустило. Мы сейчас формируем, наверное, уже такую, дорожную все-таки карту, да, где уже будет четко прописано финансирование и период, когда мы будем его реализовывать. Средства на установку искусственных дорожных неровностей выделят из местного бюджета. Также делать такие пешеходные переходы будут в рамках реконструкции дорог. К слову, реализация программы «Безопасные качественные дороги» завершилась. В целом, в этом году мы выполнили более 10 километров, 10 километров 300 метров, если точно говорить. Сейчас уже итоги подвели. Отремонтированы участки на улицах Химзаводская, Островского, Спортивная, Боровая, Карла Маркса, Первомайская и три улицы в поселке Вега – Степная, Верхняя, Цветной проспект. Общая сумма всех ремонтных работ составила почти 230 миллионов рублей.